19 января военного 1943 года, 77 лет назад, указом Президиума Верховного Совета СССР из ряда районов Пензенской и Куйбышевской областей была образована Ульяновская область. Накануне этой даты в Государственном архиве новейшей истории обсудили, как будет отмечаться этот самый важный для региона день. Губернатор Сергей Морозов напомнил, что Ульяновская область дала жизнь многим соседним регионам. Ее можно смело назвать «матерью земли Поволжской». Не было бы нашего региона, не было бы Чувашской республики. Это в полном объеме. Мы же поделились своей территорией и своим населением. Не было бы нашего региона, так сказать, ну, как минимум треть Татарстана не было. Мы отдали Татарстану приличное количество земли. Отдали Самарской губернии почти по Самару включительно территорию. Отдали, так сказать, там многим другим, и Нижегородской, и все остальное. Надо это тоже показывать. Не случайно мероприятие проходило в архиве. Именно здесь хранятся документы, свидетельствующие о создании региона. Из Куйбышева управлять значительными территориями в условиях Великой Отечественной войны было невозможно. Поэтому и инициатором разукрупнения Куйбышевской области стал сам Куйбышевский обком партии. Записка Куйбышевского обкома была датирована 1 июня 1942 года. Однако уже к концу ноября центральные органы власти приняли решение. И об этом нам известно из воспоминаний первого секретаря Ульяновского обкома партии Ивана Николаевича Терентьева. На этой неделе в регионе пройдет множество мероприятий, посвященных 77-й годовщине области. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова рассказала о торжественном мероприятии, где будет названо имя почетного гражданина Ульяновской области этого года. Основное торжественное мероприятие пройдет 18 января в Ленинском мемориале. Оно представляет из себя две большие части, объединенные одними смыслами, лейтмотивами и темами. Это выставка, которая будет представлена в большом фойе Ленинского мемориала, и торжественное собрание, праздничный концерт «Нам завещана память и слава». Также губернатор предложил во время торжественного собрания объявить о начале подготовки к юбилейному 80-му дню рождения Ульяновской области. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.